Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Пришел какой-то холод, и ни с того ни с сего, ну вообще середина октября практически, и, конечно, уже холода стоит ожидать. Хотя в моей теплице вот такая вот обстановка, цветочки цветут, помидорчики еще вовсю зреют. Ах, слушайте, так замечательно в октябре месяце еще вовсю собирать урожай. Огурчики еще родят, все замечательно. Но стоит уже задуматься, я уже уверен, что это вообще 90% людей уже задумались. Ну ведь у меня ни белокрылки, ни болезни тут, ничего нету. Все растет, цветет. Помидоры все в цветах абсолютно. Вон, помидорчики все полностью в цветах. И, конечно, есть смысл задуматься уже о будущих урожаях, о том, что мы будем делать на будущий год. И большинство из нас, конечно, высаживают постоянно томаты по томатам. И иногда, а я даже сказал зачастую, это является весьма серьезной проблемой. Почему? Потому что просто посадка томатов по томатам в конечном счете приведет к накоплению инфекций, выносу очень важных питательных веществ из почвы, и томаты перестанут давать нормально урожай. Каким же образом мы можем выйти из ситуации? Теплица у нас одна, а томаты надо высаживать ежегодно. И как же выйти из этой ситуации? И сейчас, именно теперь, вот теперь мы должны позаботиться о том, чтобы томаты и на будущий год, что в открытом грунте томаты по томатам, что в защищенном грунте томаты по томатам, чтобы они у нас росли очень хорошо. Первое, что необходимо сделать, это, конечно, избавиться от болезней. Болезни, кладоспориоз, альтернариоз и, конечно, фитофтороз замечательным образом сохраняются в наших теплицах. О дезинфекции почвы и о дезинфекции стенок теплицы, конструкции теплицы я рассказывал, как мне кажется, уже достаточно много в этом сезоне. Поэтому посмотрите эти выпуски, и если вы еще не выполнили эти мероприятия, то обязательно к ним вернитесь. Если вы уже не можете сделать это осенью, обязательно вернитесь к дезинфекции почвы и к дезинфекции конструкции теплицы, обязательно вернитесь к этому весной. Один из лучших способов продезинфицировать почву — это внести препарат «Почва-сан». Он не токсичен для растений вообще, он не токсичен для дождевых червей, полезных организмов, и вы можете совершенно легко его применить также и в весенний период. Это первое. Второе, что необходимо сделать. Помидоры вытягивают из почвы огромное количество калия. Если вы не будете вносить калий регулярно и в больших количествах в томатной теплице, да и в огуречной тоже, то в этом случае вы в конце концов сперва начнете получать невкусный томат, а во-вторых, вы начнете уже чуть позже вообще перестанете получать нормальный урожай. Не забывайте, что калий является не только фактором вкуса и аромата у томата, но он еще является и фактором устойчивости к различным болезням. Поэтому с осени обязательно внесите как можно больше калийных удобрений. Жечь как можно больше. Жечь, завалить тут все калийными удобрениями. Но надо меры знать, надо нормы знать. Возьмите по крайней мере 40 грамм на квадратный метр таких удобрений, как сульфат калия или даже хлористый калий. Даже хлористый калий. Вот у нас самый дешевый хлористый калий. И внесите в томатную теплицу. Если вы это... Ну, я еще, слушайте, я не знаю, в ноябре, наверное, буду все это делать, о чем говорю. То с осени. И вот если носите снег или делаете промывку почвы, то тогда без проблем хлористый калий можно вносить. И также комплексные удобрения, содержащие хлористый калий. Если вы уже сделаете это весной, или вы не практикуете занос снега в теплицу, или, ну, а может, вы крышу снимаете, да, и у вас естественные осадки в теплицу идут. Если вы этого не делаете, то используйте
только сульфат калия или же древесную золу. Почему? Потому что хлориды весьма и весьма неприятны, что для огурца, что для томата. А отсутствие естественных осадков в теплице, они приведут к тому, что здесь будут накапливаться хлориды, и ничего хорошего у вас не будет. Поэтому более дорогой сульфат калия. Или же отдавайте предпочтение древесной золе. Но древесной золы надо внести, конечно, побольше. Если нам грамм 40 надо сульфата калия или хлористого калия, хлористый калий самый концентрированный по калию удобрения, то, что касается золы, то здесь прям по литровой банке на квадратный метр это надо сделать. И это хорошо, зола. Почему? Потому что томат выносит, кроме того, что он огромное количество калия выносит из почвы, он еще выносит значительное количество и кальция. Как и калий, кальций является фактором устойчивости томата к разнообразным заболеваниям. У меня ничего нету. Слушайте, ничего нету. Воздух подсох, на листьях серая гниль сама собой пропала. Все, все замечательно, все замечательно. Растет все и цветет, и зреет. И здесь кальция надо вносить тоже побольше. Почему зола? Хорошо, потому что она, конечно, в первую очередь является источником не столько калия, сколько кальция. Если у вас есть древесная зола, то вот по литровой банке, буквально на квадратный метр, обязательно надо внести. Золу можно вносить как осенью, так и весной. Следующее, что необходимо сделать, это необходимо в обязательном порядке нашу почву, так сказать, оживить. Вносили вы почвосан, не вносили вы почвосан, вносили вы что-то в почву другое, вам обязательно осенью, весной, ну если почвосан осенью вносили, то уже не надо, а весной в любом случае обязательно внесите побольше сюда триходермы. И на томаты, и на огурцы триходерма действует весьма-весьма благоприятно. Если вы внесете триходерму сплошным способом, это сделайте, возьмите триходерму КМЕ, вырастите сами триходерму, пожалуйста, сейчас возможности для этого есть вообще легче легкого. И вот если вы делаете поливы почвы, то вы 1:100 разведите триходерму КМЕ и просто легонечко, буквально там пол-литра на квадратный метр такой норме, просто пролейте ваш участок. Или если вам тяжело таскать эти лейки, у вас нет капельного полива, например, тоже, то просто вот таким раствором проливайте почву при высадке рассады. Это очень благоприятный метод поддержания здоровья внутри нашей теплицы. Ни в коем случае о нем не забывайте, об этом методе. Обязательное следующее мероприятие для поддержания в полном порядке вашей теплицы при посадке томатов по томатам – это поддержание содержание гумуса в почве. Ведь мы постоянно выносим органику вместе с урожаем. Выносим органику. Поэтому обязательно необходимо вносить компосты. Это просто, ну иначе вы почву убьете. Никакие микробы, никакие там триходермы, ничто вам не заменит органику в вашей почве. Поэтому или опять же с осени, или весной обязательно при подготовке почвы обязательно внесите сюда компосты. Ну, осенью, как правило, с компостами тяжеловато, потому что уже все внеслось когда-то, да, а теперь у нас много растительных остатков. И растительные остатки как раз будут превращаться в этот самый компост. Поэтому как можно больше, ну, по весне, при посадке, прям как можно больше компоста сюда внесите. Буквально по ведру на квадратный метр можно больше внесите сюда вот этих компостных материалов. Ну и еще одна штука такая есть, если у вас нету компоста этого, нету этого перегноя, что делать? Берите какой-нибудь гуматный препарат типа тандема, разводите его буквально 100 мл на 10 литров воды, можно совместно разводить с триходермой без проблем, и обязательно проливайте почву или же проливайте лунки для посадки ваших растений. И в таком случае вы проведете вот все восстановление почвы у себя и создадите здесь все условия, как будто у вас здесь томат и никогда и не рос. Да, вы калий, кальций сюда внесли, вы восстановили органику в почве и вы провели все
все мероприятия по тому, что уберете и корневые выделения томата, и аллелопатические воздействия вот эти на последующие посадки томата. Ну, я о многом не говорю, чтобы просто не перегружать. А на самом деле все эти мероприятия имеют огромное значение. И в этом случае вы действительно сможете бесконечно выращивать томаты по томатам и в октябре месяце собирать урожайчик такой замечательный томата. Вот можно рвать и рвать и рвать и рвать всю тут красоту, какая есть. Ой, красота! Вот сейчас отдеру все помидоры, все попадали, потому что драл через листья. Вот таким вот образом вы сможете из года в год выращивать урожай, в том числе и томата на одном месте. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи!